Мирида скульптура, протяжка спиц, протяжка втулок, протяжка рулевой. Вилочка карбоновая, как обычно, динамометрическим ключом, чтобы ничего не перетянуть. Такой эффектный велик, смотрится очень обалденно, очень-очень легкий. 2014 год, состояние, можно сказать, идеальное, не считая только потертости на седле. И вот такой вот у нас пошел небольшой кракелюр на белой наклейке. Со слов владельца, он думает, что это карбоновая вилка как-то гуляет, усыхает зимой, на солнце расширяется, из-за этого немножечко гуляет. И, возможно, карбон начал уставать, с его слов. А так все хорошо. Единственное, что колодочки, хоть и шоссейные, но они шире, чем обод, и протираются немножко криво. Все, велосипед готов. Уезжает дальше кататься.